Не только произведения известных художников, но и шедевры мировой классической музыки созвучны Щелковским историко-художественным музеем. Все чаще в стенах учреждения культуры проходят концерты. На этот раз гостей ожидала программа «Музыка старинных мастеров». Уже само название говорит само за себя. Студенты Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева порадовали зрителя произведениями отечественных и зарубежных композиторов – Бородина, Баха, Генделя, Вивальди и многих других. День звучали и струнные, и духовые, но главное все же была флейта. Концерт не оставил равнодушным зрителя. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.